дивная страна, все века принимала всех она. Атмосфера веселья и праздника, волшебства и доброй сказки царила в этот день на площадке у Брестского театра «Кукол». Творческие коллективы, разнообразная и увлекательная шоу-программа. Так ярко и феерично брестчане и гости города вместе с большой дружной семьей театра встречали открытие 60-го юбилейного сезона. У нас по красной дорожке сегодня наши зрители войдут в новый сезон. Несколько обновленный наш театр. Ну, а дальше у нас очень насыщенная работа ожидает. Скоро мы сдадим спектакль «Трактат о науке и искусстве». Молодой режиссер Анна Яковлевна работает над этим спектаклем. Дальше у нас «Бармалей», еще один спектакль «Аленка Крапивница». Это такое рабочее название. И завершим мы этот год календарный «Щелкунчиком». Театр в 60-й сезон вступает молодым, с новыми надеждами. 60-й театральный сезон, он юбилейный, будет интересный. До Нового года будет 5 премьер. Будут премьеры для взрослых и для детей. Будет много хорошего в театре происходить. Приходите. А все, кто пришел на открытие театрального сезона, получили массу позитивных впечатлений. Море улыбок и смеха, воздушные шары, а самое главное, прибывшие по такому случаю на торжество сказочные персонажи сделали этот день для каждого особенным и незабываемым. Всегда с большим удовольствием ходим в театр. Сегодня сделали потрясающий праздник, открытие сезона. Будем надеяться, что он нас порадует множеством спектаклей. Праздник получился здоровский. Здорово, весело, классно и красиво. Все очень ярко, красочно. Окунулись в сказку, да? Да, конечно. Вам понравилось? Да, очень сильно понравилось. После вступительной части гостей пригласили в самое сердце театра – зрительный зал. Здесь детишек и взрослых ожидала премьера нового сезона. Загадочная и волшебная постановка режиссера Дмитрия Нуянзина «Дикие лебеди» по мотивам сказки Андерсена. Я король, она смотрит на меня с обожанием. Это чужие слова, ваше величество. Это не вы говорите. Что? Ты не согласен? Тебе не нравится новая королева? Злая королева-мачеха и безвольный король, прекрасная принцесса Элиза и ее заколдованные братья, влюбленный принц и мудрый шут – герои, которые погрузили зрителей в сказочный готический триллер, заставили удивляться, переживать и смеяться. Для нас это определенный экзамен, потому что готический триллер для детей – два акта, антракт, ну тут много такого новшества для наших зрителей, поэтому вот надеемся, что им все понравится. Будет и грустно, и весело, но финал будет счастливый. Спектакль удивительный тем, что он как первенец для открытия театрального сезона, и он готовился ровно 9 месяцев. Появился на свет замечательный спектакль, где очень много спецэффектов, световых эффектов, очень много кукол, очень много костюмов, декораций. Много интриги в самом сюжете, так что я думаю, что это очень понравится зрителю. Продуманные декорации, трансформеры, изумительные яркие костюмы, потрясающие куклы и невероятные повороты сюжета. Все органично и завораживает от первого до последнего мгновения. Талантливые актеры театра «Кукол» приглашают и больших, и маленьких зрителей на полтора часа забыть обо всем и погрузиться в параллельную сказочную реальность.